Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика, и оператор. И приветствуем вас на мастер-классе по созданию вот таких вот простых, но красивых декоративных веточек из бусин и бисера. Анонс мы с оператором делать не стали. Здесь все просто, но веточки получаются действительно очень интересные и красивые. Кстати, можно использовать не только зеленые бусины, но и, к примеру, и желтые. И сейчас в мастер-классе вы все увидите. Мы все подробно расскажем. Желтые вот такие вот бусины, а в обрамлении бисера тоже очень похожи на веточки мимозы. Поэтому это уже, наверное, пятый или шестой вид мимозы, который вот мы с оператором творим на нашем канале. Такие вот веточки могут украсить любой букет. Да, они могут быть как для миниатюрных композиций, я сделала веточки невысокие, так и для больших, если вы объедините эти вот так вот веточки, к примеру, в одну, пусть это тоже будет, например, зеленая, то у вас получится объемная веточка и для большой высокой вазы. Ну что ж, мы не будем терять времени, приступим к работе. Для того, чтобы сделать вот такие вот декоративные веточки из бусин и бисера, вам понадобится бисер основного цвета в тон бусин. У меня это яркая зелень, бисер и рубка объединенные вместе. И, конечно же, бусины. Для мастер-класса и вообще для работы я выбрала зеленые бусинки диаметром 8 мм. Вы можете использовать другие цвета. Также вам понадобится проволочка 0,4 мм, wire number 26, у меня зеленого цвета, линеечка, ножнички, и если вы будете обматывать ниточками, то ниточки мулине, и тогда клей для того, чтобы закрепить кончик ниточки у основания вашей веточки. Плетем с вами вот такие вот элементы. На одну одинарную веточку вам нужно от 5 до 6 вот таких вот бусин. Сейчас я покажу, как это сделать. Итак, нанизали бисер на проволоку и, не отрезая проволочку от катушки, нанизываем одну бусинку. Далее оставляем свободный кончик проволочки около 14-15 сантиметров и делаем скруточку под бусинкой два раза. Придвигаем нашу бисерную нитку и делаем вот такой вот элемент с обкручиванием бисерной нитки вокруг бусинки. Закрепляем и далее делаем скруточку на 2 сантиметра. О том, как делать ровную скрутку, не перекрученную и не недокрученную, смотрите мастер-классы «Уроки для начинающих» на моем канале. Итак, самый верхний элемент, бусинка, нам нужна будет двойная проволочка, поэтому отрезаем проволочки примерно на одном уровне. Другие элементы будут сплетены немножко по-другому, точнее не сплетены, а я сейчас покажу. Опять нанизываем бусинку, оставляем примерно также 14-15 сантиметров и проделываем ту же самую манипуляцию. Скрутка два раза и обкручиваем бисерной низочкой вокруг бусинки. Закрепляем и далее делаем скрутку на 1,5 сантиметра вниз. И после этого эту проволочку отрезаем вот здесь, буквально 2-3 миллиметра от окончания скрутки. Это не на одном уровне проволоки отрезаем. Здесь, да, мы оставляем одну проволоку. И у остальных 4-5 элементов для отдельной веточки оставляем одну проволоку. А верхушка у нас должна иметь двойную проволоку. После того, как мы сплели необходимое количество элементов, мы будем объединять их в веточки. Далее мы приступаем к сборке. Выбираем необходимые элементы. Обязательно бусинка, у которой два кончика проволочки свободные. И оставляем, поднимите, пожалуйста, камеру, оператор. Пожалуйста. Четыре, либо даже пять, сейчас сделаем пять вот таких вот элементов, у которых одна проволочка свободная. Сейчас это я взяла другую верхушечку. Вот так. Это я пока все уберу в сторону. И начинаем собирать веточку. Я беру двойную и приматываю ниточку чуть выше окончания скрутки. Веду обмотку вниз примерно на сантиметр.
на этом уровне я приматываю веточку, точнее этот элемент, и веду обмотку вниз примерно на сантиметр. Если хотите попышнее веточку, то можно сделать миллиметров на 6, на 7. Сейчас посмотрим. Вот эти одинарные, где проводочки, вот они приматываются к основному стебельку, да, которые две проволочки, да? Да. Именно так, оператор. Так. Прям я сейчас их буду почаще делать и покажу вам потом другую веточку, где я делала расстояние 1 сантиметр между ними. Веточка получается не такая пушистая, удлиненная, но я ее сделала для того, чтобы она была верхним элементом. Так, и приматываем последнюю нашу бусинку. Можно сделать и длиннее, пожалуйста. И далее вниз мы обматываем с вами, значит, для верхней веточки примерно на 4 сантиметра вниз, а для других можно сделать на 2, на 3. Опять же, вам нужно смотреть, все зависит от того, на каком уровне вы хотите присоединять эти веточки. Но, к примеру, смотрите, вот у меня уже собранная верхняя веточка, вниз обмотка на 4 сантиметра. И я сейчас посмотрю, если я хочу вот на этом уровне, то здесь уже можно обмотку и закончить. Да, именно так я и хочу закончить. То есть я эту веточку обмотала вниз на 2 сантиметра. И сейчас я просто закрепляю низ ниточки клеем. Показываю все, потому что вот буквально вчера меня спрашивали, как вы закрепляете ниточку внизу. На эту тему у меня достаточно много информации, очень много мастер-классов, где я об этом рассказываю, показываю. По каким-то причинам вы это не видите, не смотрите, не понимаю почему. Поэтому вот сейчас показываю. Закрепила, прокручиваю в руках, в пальцах эту веточку, и когда я уже вижу, что ниточка никуда не уходит, я теперь оставляю эту веточку, она должна просохнуть буквально несколько минут, и ниточка закрепится. Таким же образом я собираю и другие веточки и объединяю их вместе. Здесь у меня 3 одинарных веточки. Красота какая! Здесь у меня тоже 3 одинарных веточки. Из них вы также можете собрать и большую веточку, вот такую, и больше, и больше. Все зависит от ваших предпочтений и вашего желания. А если желтенькие сделать, на что будет похоже? А если сделать желтенькие, то будет похоже на мимозку. Я но думаю, для меня похоже. Все-таки не похоже, потому что мимозка... Ну, она вот этой вот обводкой бисером придает... плоский такой вид. По мне, больше на перышки павлиньи похоже, если уж на то пошло. Ну, как фантазия разыграется. Да, да. И такие веточки можно использовать для оформления больших букетиков, миниатюрных букетиков. И да где угодно можете использовать. Вот. Ну, получается, кстати, достаточно смотрится богато и красиво. И, как вы видите, здесь в качестве обмотки бисером я использовала и светло-зеленый бисер, и темно-зеленый, и даже объединила их веточки, и веточка смотрится более живой и натуральной. Необыкновенной красоты. Необыкновенной красоты. Да, объединять их в большую веточку я не буду, потому что я думаю, что они мне послужат сослужат хорошую услугу при оформлении букета как раз-то из миниатюрных цветочков в маленькой вазочке. Итак, вот примерно такое великолепие у вас может получиться. Вазочка, конечно же, у меня невысокая, для миниатюрных композиций самое то. И я вот сплела 3 веточки, мне этого пока достаточно. Сплела для того, чтобы и вам тоже было наглядно, что чем больше, тем лучше, правильно? Вот такая вот красота у нас получилась. Ну и оператор обмолвился о том, что можно сделать и желтый, можно сделать абсолютно разноцветный веточки, использовать бусины разных цветов, да. И сейчас вот я для мастер-класса сплела и вот такую вот желтенькую. Ой, прям мимозка. Я не уверена, что она прям очень похожа на мимозку, но, в принципе, кому-то, может быть, и такая идея понравится. То есть это могут быть и декоративные веточки желтого цвета, и вот
И другая мимозка. У меня уже есть на канале мастер-класс по созданию мимозы из бусин непосредственно и бисера. Это техника другая. Но здесь вот идет еще с обводкой, с бисерной обводкой. Бисер я взяла и рубку желтого цвета, практически даже незаметно на камере. Вот. И если можно, сюда я тоже просто поставлю. А пока. А можно зеленым обводку сделать? Как хотите, можно сделать. Да, я вот просто вот так вот поставлю. Ой, какая красота! Да, и вот вы можете посмотреть либо вазочки, либо давайте я вот просто вытащу из вазочки, потому что, в принципе, я пока даже и не знаю, где я буду использовать. Выше, ниже. Кладу выше, ниже. Еще ниже. И будет. Вот это желтенькое пусть будет вот так, да? Ну, так она слилась у тебя. Ой, ну, видите, все ее не устраивает. Вот. Ой, критикует это меня по-страшному. Повыше. Все, хватит. Хватит, товарищ, хватит. Ну, так красиво. И также, дорогие мои, очень бы хотелось узнать, кто смотрит мои видео до конца. Дело в том, что очень редко, но иногда мне вот люди пишут, что у вас слишком длинные видео, вы слишком много говорите. Так вот, пожалуйста, в комментариях напишите, как вы видите мои видео. Естественно, что под музыку с фотографиями я делать видео не буду. Конечно же, я считаю, что нужно объяснять, потому что очень много новичков на моем канале, которые должны непосредственно видеть не просто фотографии, схемы, по которым могут плести уже опытные, да, бисероплетельщица, а именно вот объяснять, показывать. Но опять же, иногда мои видео бывают 28 и 30 минут. Почему? Потому что я делаю в основном одну часть. А в процессе ведения своего канала уже 2 года, именно по бисероплетению, я поняла, что первую часть смотрит, вторую часть смотрит уже намного меньше процентов, на 60, а третью часть и так далее смотрит вообще 10% из 100. Поэтому мне, в принципе, это не выгодно, не интересно и иногда даже обидно, потому что иногда там в третьей части я показывала, например, листья, сборку. Сейчас я стараюсь все объединить в одну часть. Именно поэтому иногда мои мастер-классы бывают 25 и 30 минут. Кому-то это не нравится. Так вот, пожалуйста, дорогие мои подписчики и гости моего канала, напишите, пожалуйста, насколько для вас лично важна продолжительность моих видео и нужно ли объединять все в одном мастер-классе или делить на части, и каждая часть тогда будет буквально 11-12 минут. Мне бы очень хотелось, чтобы вы написали в комментариях. И чем больше будет комментариев, тем больше рейтинга я получу, тем больше у меня будет опций понять, что к чему и как далее вести свои мастер-классы. Я надеюсь, что комментариев будет как минимум 50, а лучше 100 и больше, чтобы уже из этого количества понять, что к чему и почему. Ну, я надеюсь, что... Можно сказать? Хорошо, скажите. Молвить. Давайте. А если я какие-то комментарии вставляю, то это уже много времени не занимает, это идет попутно. Ну, основываясь на ваших предыдущих комментариях, мы видим, что вам наоборот нравится наше общение с оператором. И потом иногда некоторые мне пишут, даже с других каналов, даже оскорбительные были сообщения в мой адрес. И поэтому я на это не реагирую. Я считаю, что человек, который бесплатно делится своими знаниями, все досконально показывает, заслуживает только хороших положительных комментариев. Не нравится — промолчали, ушли на другой канал, если что-то не устраивает. Я считаю, что никакого морального права нет писать там оскорбления или еще что-то, потому что вы мне за это не платите, и даже если бы и платили, унижать честь и достоинство другого человека ни у кого нет никакого права. Единственное право есть — это просто интернет. Здесь каждый волен делать все, что хочет и может. Значит, дорогие друзья, со мной это дело не проходит. Для меня совершенно безразлично, что мне там плохое пишут и так далее. Не нравится — не смотрите. Единственное, что я хочу узнать, это узнать мнение моих подписчиков, которые нас любят и ценят с оператором, которые благодарны нам и пишут добрые, чудесные комментарии, которые заставляют после этого еще творить и творить больше. И что интересно, эта женщина, она даже обзывалась, хотя да, сама делала по мастер-классу, да, участвовала. Да, ну мы сейчас не про это, поэтому очень буду благодарна за комментарии, как вы видите наши мастер-классы в дальнейшем. Я надеюсь, что этот мастер-класс по созданию декоративных веточек из бусин, из бисера кому-то, да, пригодится. Думаю, начинающим будет самое то. Ну, а на этом все. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.
кошка 2015-цветы из бисера, запятая бисероплетение, запятая МК, что означает мастер-класс. Ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Ну а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч.